Скажите, что для вас важнее – сытный завтрак, плотный обед или обильный ужин? Лучше плотный завтрак, чтобы лишний вес не набрать. Днем вот так вот в обед. Вот, а на завтрак каша. Лучше плотный завтрак, потому что это для здоровья полезно и чувствуешь себя до обеда бодрым. Я не люблю кушать с утра много, поэтому я больше люблю ужинать поплотнее. Оказывается, если вы хотите сбросить вес, следите не только за тем, сколько калорий в пище, но и за тем, когда вы ее едите. К примеру, если обед – это ваше самое сытное блюдо дня, то чем позже вы его съедите, тем медленнее будете худеть. Ну а сытный завтрак уж точно важнее обильного ужина. Исследователи из университета Тавца утверждают, что чем позднее вы едите свое основное блюдо, тем сложнее вам будет сбросить вес. Ученые проанализировали данные 420 людей с лишним весом, которые принимали участие в 20-недельной программе похудения. Около половины участников исследования составляли женщины, и примерно половина из них съедала свой обед до 3 часов дня, вторая половина – после 3. Исследователи обнаружили, что те, кто съедал свой обед раньше, теряли вес значительно лучше тех, кто предпочитал есть в более позднее время. Те же, кто съедал свой обед ближе к вечеру, худели еще медленнее, и у них наблюдалась пониженная чувствительность к инсулину, что является фактором риска развития сахарного диабета. Кстати, по результатам исследования, позднее или раннее время употребления других блюд, менее сытных, чем обед, тоже отчасти влияло на качество и скорость похудения.